Окопные свечи, маскировочные сети, теплая одежда, сладости и средства гигиены. Из Самары в зону специальной военной операции собрали очередной гуманитарный конвой. В отправке принял участие глава региона Дмитрий Азаров. Искренне благодарю всех земляков за вот такое внимание, за такую поддержку наших военнослужащих. Все в армии есть, и армия наша крепкая, и все необходимое вооружение, и боеприпасы, и технические средства. Но когда от родной земли приходят посылки такие грузы, конечно же, с ними мы передаем и частичку тепла нашей родной земли и наших сердец. Организаторы отмечают, груз укомплектован в соответствии с запросами бойцов. От командиров подразделений поступают заявки, затем формируются списки. По ним собирается очередная партия. И мне очень приятно, что у нас в наших конвоях постоянно расширяется количество людей, которые безвозмездно принимают в этом участие, причем зачастую они просят даже не называть их имени. Но мне хочется сказать, что такие сообщества, как Торгово-промышленная палата, как обком профсоюзов, как наш союз женщин России по Самарской области, конечно, это нотариусы и, конечно, это те люди, которые находятся в сфере деятельности Общественной палаты региона, они всегда рядом. Военнослужащие всегда дают обратную связь. Бойцы всегда, конечно, благодарят, говорят спасибо, особенно ценным. Получайте подарки и письма от наших ребят. Важно знать, что в них верят и ждут домой. Ксения Баканова, Константин Головин. События.